Так, кто ректит с Ларка? Ну, Рейс Кинг с Ларка не ректит, но как минимум он хорош против... А что купить? Две пачки танга, топорик. На керри вообще непонятно теперь, как закупаться. На мидере понятно, там какой-то фаст ботл, фаст хуйотл. А что делают на керри? Что закупают на керри? Марстечка, Марстечка. Ну, почему против меня Марстечка, да еще и пациент? За шо, Марстечка? Какой мне пиздец? Лай не придет сейчас. Так, ну что, в армлет можно выйти сразу. Знаю, ну два стана у меня будет, три стана у меня будет. Ой, бля, все, надеюсь, мы не проебем за 20. Фейзы, армлет, радик. Наверное, как-то так. Или фейзы БМ. Фейзы БМ, блинк. И потом хуярить радик какой-то. Без армлета играть. Я думаю, что я без армлета буду играть. У меня на самом деле дэмэдж команда тоже будет вливать нормально, плюс радик. Я сдох, кстати. Не сдох. Нормально. Нормально стоим линию, кажись. Я пока доволен. Как минимум, чел на тренте понимает, что надо делать на линии. Сразу радик может хуярить, блять, и все. Ну, типа, нахуй мне вообще все эти БМы, блинки сразу делать, да, там, типа. Ну, типа, если делать... Либо сразу блинк, либо... Блять. Ну, зачем мне этот БМ, зачем мне этот армлет? Бля, это я в вафле, а. Я просто уже думал, все, стан полетел. До свидания, чел. Все, я превратился в фарм-машину, мне теперь вообще похуй на все. Блять, иди нахуй. А че его не бил просто реально? Пиздец, лол. Блять, и ни одного телепорта никто не сделал. Я даже, блять, подумать не мог, что какой-то кусок говна на Сларке может просто взять меня и захуярить рейдфликом. Ларку уебать можно. Фалка, фралка. Нижняя башня против. Как же соло ЦМ-ка? Парни, блять, пожалуйста, ставьте сентри. Ёбаный в рот, ЦМ-ка просто два раза меня убить успела. Ебать, там морф почти отлетел. Ну, в итоге отлетел в эфир. Ладно, проебали катку, чё. ЦМ-ка под глимером подошла, ультанула, убила всех.
либо... А, надо БКБ. Кстати, у морфа не хватило реакции дать перекачку на мой стан. Я хуй знаю, зачем вообще вот такие люди на морфах играют. Блять, я рейскинг, который дал стан с километра просто. Блять, там 10 раз можно было успеть среагировать, реально, 10 раз. Да, я за ДД. Идем пушить, у них снизу, по идее, минец. Два байбека нажали. А тут мин, походу, натыкал. Пробивать жестко очень. Хз, тяжело. Мне нужно жить. Мне походу надо блинк на силу. А не на ловкость. Либо блинк на ловкость, но тогда. Блинк на ловкость плюс вот эту хуету. И продавать вот это, покупать себе еще тараску, блять, какую-то. Я не знаю. Они просто. У нас Пуджу надо тоже БКБ. Паджик, тебе надо БКБ обязательно. У тебя, блядь, такую имба герой, ты, блядь, такую хуйню на нем покупаешь и делаешь, вообще, это просто шок. Ты в соло любого героя под БКБ съедаешь, блядь. Надо хилиться от крипов хотя бы. Пока бы он проебал. Там еще оранжевый какой-то был. Вижен. Па, блядь. Там, блядь, СМ какая-то, терминатор ебаный. Пятерка СМ-ка. Это вообще нормально, вот эта вот пятерка СМ-ка вот такая. По 24 уровень с БКБ, глимером, блядь, и прочей хуетой.
Просто пизда. Ну нахуй вы на них идете. Я же если нажму бэйбэк, они съебутся. Нас челы пропушить никак не могут. То есть у нас типа Джекира, у нас Тренд, у нас Рубик, у нас Пудж. Они просто стоят, блядь, вот здесь и просто жмут кнопки, и все. Им не, они не могут никак нам базу сломать физически. Никак, невозможно. Только если навяжут драку и выиграют драку. Все. Пиздец, блядь. Хорош, братан, на паджике, красавчик. Побольше играю флейм пуджами через вот такой охуенный билд. Лучше. СМ-ка пятерка лучше больше тебя сделала. В раз в 50. Ну, блять, у нас нет оффлейнера, понимаете? У нас нет просто героя. У нас нет четверки, нет тройки. У нас что, на Рубике, блядь, нулевый играет чел? Ну, это всегда так. На Рубике всегда нулевые челы. Просто всегда нулевые челы на Рубике. И на, типа, Пудже это вообще просто забейте, блядь. Это, ну, чё он делает в драке? Нихуя. Ответ, ебать. У чела нет БКБ, у чела нет ничего, это третьей позиции пудж, он не танчит, не дамажит, ничего не делает, не инициирует, не дизейблит, ничего. Просто присутствует, так сказать.